Здесь сегодня говорят, и еще несколько дней будут говорить об импортозамещении во всех сферах. Так сегодня, например, прошла специальная сессия, посвященная импортозамещению в сфере косметики и парфюмерии. Ведь мы знаем, что многие западные бренды и премиум-сегменты, и масс-сегменты ушли с российского рынка. Но, как и в любой экономической ситуации, уход западных брендов открывает возможности для брендов российских. Практически всем производителям удалось изменить рецептуры и наладить выпуск продукции. Видим, что очень сильно нарастили объемы производства. Можно сказать, что продукция есть, она конкурентоспособна. У нас работает широкий спектр мер поддержки, начиная от субсидий на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, заканчивая льготными займами и кредитованием льготным на реализацию проектов.